Всем привет! Вы находитесь на канале Чего ТВ. Сегодня мы вам покажем, как выделиться среди других пользователей, написать свой комментарий жирным шрифтом, курсивом или же вообще перечеркнуть полностью ваш комментарий. Если вас заинтересовала данная тема, смотрите наше видео до конца. Итак, давайте для начала перейдем к комментариям любого видео. Для того, чтобы текст был жирным, необходимо в начале и в конце вашего комментария поставить знак «звездочка». На экране пример. Теперь курсив. Ставим перед началом коммента нижний пробел, печатаем комментарий и в конце ставим нижний пробел. Вот пример. И последнее, перечеркнутый текст. Ставим тире, печатаем комментарий и в конце ставим еще одно тире. Теперь нажимаем на кнопку «Оставить комментарий». Вот наш комментарий с жирным, курсивным и перечеркнутым текстом. Ну и по традиции ставьте лайки, оформляйте подписку на канал, ну и пишите свои комментарии. Тем более я уверена, что они будут жирным шрифтом, курсивом или перечеркнутым. Пока-пока!